Главный медиацентр города Сочи. Здесь со 2 по 5 декабря проходит международный форум добровольцев. Ключевое событие для волонтеров России. В течение этих дней участники посещают многочисленные лекции, куда организаторы пригласили топовых спикеров. А в основном зале медиацентра представлены стенды различных волонтерских объединений. Гостям предлагают стать частью интерактива. Форум мне нравится, я здесь уже второй раз. Организация в этом году получше. Мне очень нравятся вот эти вот все подарки в лекториях, интересные лекции проводят. Более 6500 участников. География широкая, от Москвы до самых отдаленных уголков России. То и дело встречаешь иностранную речь, ведь форум добровольцев 2019 собрал вокруг себя волонтеров со всего мира. Лекции и круглые столы проходят на двух языках – русском и английском. Это международный форум, потому что здесь и много молодежи, и много из других стран, из 120, как сказал вчера Сергей Кириенко. Ну, мы были приглашены тоже, как серебряные волонтеры из других регионов. Завершится форум 5 декабря масштабным концертом, в рамках которого будут подведены итоги конкурса «Доброволец России-2019». Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.